Разрешите поздравить вас всех с этим праздником, пожелать всем вам, вашим семьям, детям, внукам огромного здоровья, счастья и всего самого лучшего в жизни. Мы начинаем наш вечер. По традиции вечера, посвященные еврейским праздникам, мы всегда начинаем с небольшого рассказа, с истории этого праздника Хануки, по случаю которого мы сегодня все собрались. Вот сейчас немного о празднике Ханука. Вам расскажет Шмуэль Мейер, Реб Шмуэль Мейер из Саревский. Ханука Самех. Я поздравляю всех тех, кто собрались здесь, праздником Ханука. Мы собрались здесь, в принципе, для того, чтобы отпраздновать праздник Ханука все вместе, собраться всем евреям. Что такое Ханука? Ханука 2200 лет назад приблизительно, когда стоял Иерусалимский храм, было еврейское царство. Греки захватили еврейское царство, Иерусалимский храм, осквернили его, поставили там идола из тукана. Но совершилось чудо, и Хашмоноим, семья, небольшая семья Хашмоноим, смогли свергнуть это греческое иго, очистили храм, нашли только один кувшинчик чистого масла, не оскверненного. Этого кувшинчика хватало, естественным образом, только на один день. А для того, чтобы сделать новые кувшинчик, надо было 8 дней. Было чудо, свершилось чудо, и этот кувшинчик прогорел 8 дней. В память об этом мы зажигаем 8 дней, зажигаем с ханукальной свечи. Я еще раз поздравляю всех, афрейлахим ханука, и сегодня у нас тоже вечером начинается новый еврейский месяц Тевет. Поздравляю всех и с праздником ханука, и с месяцем Тевет. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется председателю Пинского иудейского общества Либерману Иосифу Яковлевичу. Поздравляю всех с праздником Ханука. Желаю всем празднования с 8 дней, чтобы было у вас дома сладко, изобилие. Чтобы все были здоровы, и не только эти 8 дней, но и весь год, и всю жизнь. С праздником вас всех! Приветственное слово предоставляется директору Хеседа Розе Казимцевой. Пожалуйста. Дорогие друзья, я поздравляю вас и ваши семьи, всех с праздником, с этим светлым праздником Ханука. Я желаю вам всем здоровья, счастья, улыбок, радости и частых с нами встреч. С праздником для всех, я буду переводчик. Это смешно, потому что моя язык это тоже не самое оптимальное. Но я повторяю, я вместе
понимание. Равин сказал, с праздником для всех. Ich kann auch bringen einen Gruß von Reb Moshe Fima in Jerusalem, was wir warten alle auf gute Neues, auf Suris Teufels. Я даю привет от его, и дай Бог, что скоро мы будем слышать хорошие новости. Омен! Ich würde sagen, wie ein feiner Gefühl, wie schön es ist, zu sein da in Pinsk, noch einmal, um sehen, die Jiden, Baruch Hashem, es lebt ein lebendiger Jiden, und die Kinder in der Schule, sehr gut, meine Freunde und ich sind sehr zufrieden, dass wir sind gekommen jetzt auf Chanukah. Это очень удобно вернуться в Пинск, старый еврейский город, и который обновляется с нашими детьми, которые учатся из школы Бейс Аарон. И очень удобно видеть здесь старые и с молодыми евреями. The famous Emperor Napoleon once asked his ministers, he asked them, can anyone bring me proof of the existence of God? Французский император Наполеон раз спросил его кабинет, кто-то у вас может доставить, что есть такой Бог? And one of the ministers answered, yes, the Jews, the Yidden. И они, один из министров, не еврей, отвечал, да, у меня есть достаточно статус, что есть такой Бог. Откуда? Он показывал, смотри на евреев. We are the living proof of the existence of Hashem, because throughout the ages, thousands of years of persecution and attempts to annihilate us, we, Baruch Hashem, still exist and are thriving. Еврейский народ. Народ, который много хотели стирать этот народ, не смогли. Они еще живут. As we will light in a few minutes, the lights of Chanukah, we are reminded of the... Мы начинаем праздничный концерт. На сцену приглашается коллектив художественной самодеятельности Хеседа. Попрошу приветствовать. Солистка Фаина Романовская. Thank you.
сейчас Ирина Гуд и Марина Гинзбург исполнят попурри на темы еврейских песен. Thank you.
Позывные. Вот уже третий год эти позывные означают выступление мальчиков еврейской школы. И в этом году эта еврейская школа уже имеет как бы новое название. Это не государственная школа-интернат Бейс Агарон. Но вы, очевидно, поняли, что я хочу сказать, что вот эти позывные означают, что сейчас вашему вниманию мы представляем небольшую программу концертную, небольшую на этот раз, подготовленную силами мальчиков и педагогов школы Бейс Агарон. Ну, мальчики, прошу на сцену. Сейчас, дорогие друзья, наступает самый торжественный, очевидно, момент нашего вечера – зажигание ханукальных свечей. Baruch atah Adonai Eloheinu
Шарур Митвойсо, Ле Цивону, Ле Адвик, Не Ханурко. Так что я выдержу их немножко.
свои заботы, забыв свои тревоги, мой дедушка стаканчик выпивал. Потом он с папиросой садился на пороге и в бороду тихонько напевал. Иерушалай, Иерушалай, скажи, куда девать свою беду? Иерушалай, Иерушалай, до нашей встречи в будущем году, до нашей встречи в будущем году. Пройдя свои дороги, пройдя свои тревоги, покрытые усталым серебром. Родители сидели на стареньком пороге и пели эту песенку вдвоем. Помогите! Иерушалай, Иерушалай, скажи, куда девать свою беду? Иерушалай, Иерушалай, до нашей встречи в будущем году, до нашей встречи в будущем году. Хотя устали руки, хотя устали ноги, но помня родословную свою. Сижу я вместе с внуком на стареньком пороге и тоже эту песенку пою. Иерушалай, Иерушалай, скажи, куда девать свою беду? Иерушалай, Иерушалай, до нашей встречи в будущем году, до нашей встречи в будущем году. Иерушалай, Иерушалай, скажи, куда девать свою беду? Иерушалай, Иерушалай, до нашей встречи в будущем году, до нашей встречи в будущем году. Спасибо. Если вам я не надоело, я говорю, что-нибудь вам еще сыграю на саксофоне. Можно? Спасибо. Семен Ларисович сейчас сыграет вам что-то на саксофоне, а поможет ему наш уважаемый маэстро Олег Венгер. Thank you.
спасибо, дорогие друзья. На этом наш небольшой концерт закончен. Еще раз поздравляю всех с праздником Ханука. Счастья вам, друзья. И маленькое объявление. Внизу...